Приветствую вас. Вопрос про отношения. Вот, соответственно, пишет автор вопроса, девушка рассказывает историю о том, что встречались с парнем 7 лет, то сходились, то расходились. Вот. Отношения напоминали американские горки, то есть все было хорошо, то все было хорошо, подарки, встречи, путешествия. Вот, то, соответственно, все, значит, сходило, ну, все шло на старт. Вот. А в итоге, значит, расстались, да, он там, мужчина начал встречаться с другой, потом они встретились, так вышло, пишет автор вопроса, что начал общаться, и, в общем, она не могла доверять. И общение быстро пошло на нет. Вот. Значит, мужчина сказал, что любит другую, ушел, а автор вопроса в шоке, вот, не может с этим свыкнуться, вот, не понимает ничего, не понимает, как так вышло. И спрашивает, она виновата, или там есть любовь, или он манипулятор. Вот. С точки зрения психологии, здесь история больше всего связана именно с тем, что вы не слышите себя, не доверяете себе, и по факту, ну, получается, что ключевые моменты, которые вы описываете, вы говорите, что, ну, так вышло. Вот, то есть, ну, что значит так вышло, вот это вот является принципиальная история, потому что когда человек говорит, что так вышло, вот, он в общем и целом как бы не отдает себе отчет в том, что делает, не отдает себе отчет в том, ну, как он поступает, да, для чего он поступает, не берет личную ответственность. Вот. То есть вы говорите, что, ну, с одной стороны, вы говорите вроде как, что он начал жить своей жизнью, вот, вроде бы. С другой стороны, вы говорите, что, ну, как бы, встретились, значит, вот с ним, и опять все началось, ну, условно говоря, все началось, значит, сначала, да, у вас, и, соответственно, вот хотелось бы, ну, как-то, наверное, понять, хотелось бы понять, о чем идет речь, то есть, как так вышло-то, что вы вот начали опять, ну, снова, словно там говоря, встречаться, как так вышло, ну, ведь не случайно так вышло, понимаете, ну, вот, соответственно, у вас, может быть, какие-то чувства к человеку. Возможно, есть, только нужно, ну, разобраться, что это за чувство, какого рода это чувство. Ну, вот, и, соответственно, если вы говорите там, ну, про то, что у вас, значит, ну, своя жизнь, да, вот, ну, как бы, что вы своей жизнью живете, то, ну, складывается вот такое впечатление, что он, как бы, ну, нет устойчивости, вот складывается ощущение, что устойчивость именно вашей жизни, как бы, ну, не особо много, вот, и, соответственно, на это нужно в первую очередь
как мне кажется, обратить внимание. Ну, вам. Вот. И... Ну, от этого уже немного исходить, да? Вот. Тоже с иными словами. Как-то больше, ну, доверять, наверное, себе. А сейчас вы больше доверяете не себе, а вот, к сожалению, ну, как бы вот, на человека вы больше делаете ставку, ну, вот, на, ну, на конкретном одного человека. В чем минус такого, в том, что от него зависит вся ваша жизнь? И вот с этим ныне как разбираться? Как так вышло? Каким образом для вас это стало возможным, да? И, соответственно, уже от этого исходить. Посмотреть, если у вас любовная зависимость, если у вас находится ли вы все зависимость, мне кажется, что да. Вот, ну, соответственно, тут могут быть варианты. То есть, ну, ну, в смысле, тут могут быть особенности некоторые. Вот, и, соответственно, нужно подтвердить или опровергнуть то, что вы, ну, в зависимости находитесь. Вот. Но если да, то работайте как минимум самооценкой, вот, с страхами вашими, например, страх одиночества, там, вот, с потребностью в любви. Вот, с вашим непринятием чего-то в себе, вот, а это 100% имеет место быть, потому что, ну, в противном случае вы бы не оказались бы в такой ситуации. Несколько неприятный, да, вот, вы бы не оказались ну, вот, в таком положении, вот, и как-то вот уже от этого, ну, исходить, да, и от этого уже как-то отталкиваться в работе. То есть я бы, конечно, вот, предложил бы здесь вам психотерапию, вот, я бы предложил вам здесь работу над собой, да, потому что, ну, это такой вот самый лучший, самый такой эффективный способ быстрее всего решить, ну, решить ваши проблемы. Вот. Но не знаю, готовы ли вы, готовы ли вы к тому, чтобы над собой работать. Вот. Готовы ли вы этим заниматься? Вот. Готовы ли вы, ну, как-то вот разбираться в себе. Вот, если готовы, отлично. Ну, будет вот такая просьба дать знать об этом нам. Выбрать, значит, выбрать психолога для работы и начать, как бы, регулярную терапию. Вот. Ну, потому что, опять же,
Это самый лучший способ вам помочь. Вот как-то так. Я надеюсь, что было вам полезно. Надеюсь, что было вам интересно. А желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена у вас и для вас самым лучшим образом. Вот, надеюсь, что вы найдете решение, решение проблемы, оно есть. Решение. Вот оно. Ну, я бы не сказал, что прям такой случай. Вам нужно просто начать, образно говоря, о себе заботиться. То есть начать делать для себя что-то. Да? Вот. То есть сейчас вы полностью находитесь в мужчине, как бы, да, то есть сейчас вы все в нем, сейчас вы очень, много ему уделяете внимание и практически не уделяете внимания как бы себе. Вот, на мой взгляд, это самая большая такая самая большая проблема. Вот. Такая вот история. Надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Вам это позволит начать над собой работу. Вам это позволит двигаться вперед. Вам это позволит что-то для себя решить. Вот. И, соответственно, вы сможете уже после этого найти для себя возможности жить, как-то жить дальше. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь.